Же серия новая, как вы поняли. Это вторая серия. Нет, это значит соединение. Полетели, закрыто. Ням-ням-ням. Мандрагору лечим. Что здесь? К мертвую комнату идем. Черепа. Какое-то количество зубов. А, двоечка. Черепа двигаются. Ага, они только могут через одного перепрыгивать. Мне нужно по количеству зубов сделать, это я понял. Один, два, три, четыре, пять. Осталось шестой найти. Найс, она сейчас все сбросилась. А здесь... Да, типа этих... Если мне нужно мухами просто перепрыгнуть, тогда это легко. Ладно, пойдем в химикатную. Там плавать глазик. Закрыто. Хорошо. Какой-то щупальце. Молоток. Явка яростно впилась в мою грудь. Нет ни единого способа избавиться от нее. Я вижу, как она разбухает. Наполняемой кровью. Мое тело холоднеет. Я чувствую, как жизнь постепенно покидает его. Но смотри, здесь прикольно в том, что здесь есть концовки. Здесь я я могу менять их местами, но у меня отсутствует один фрагментик. Добро. Я чувствую, как нечто тянет меня к себе. Не давай мне двинуться в свою стальную хватку. Я попросту не могу бороться. Лишь режущая боль от острых зубов пронзает мое тело. Еще одна концовочка. Ну здесь какие варианты? Ой. Фу, бля, я думал в минус игра. Что вы мне предлагаете? Это глаз. У меня есть молоток. Агу, как раз помните, я говорил, что можно разрезать что-то в моей в этой койке. Разрезать кое-что в моей... Да, вот, мандрагора. Ну, типа, основное, чтобы время зря не тратить на ходьбу. Хотя у нас времени до хера. Человек без сердца.
Так, сюда можно же не входить. У нас, получается, есть одна комната. Одна комната на втором этаже. Одна комната на втором этаже. Тут мне нужен магнит. Может, мне вот этот порядок нужно запомнить? Так, ну... Клешни, крестик, круг, круг, круг. Окей. Так, окей. Водички набрал. А, полетели. У нас есть мандрагора. Головы у нас где были? В морге на нулевом этаже. Ну, в Б. Подвал. Типа bedroom. Да, подвальная комната. Или плохая комната, это bedroom. Что, это не в химикатах? Вот. Если смотреть по значкам, у нас было что там? Клешня. Крест, какой-то из этих кругов, и между этими кругами был... Кажется, вот это было. Получается, давайте сразу сюда. Так, нет, это сначала мне нужно... Так, 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 так. Так, 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 так. Во! Я получил это этот. Ну та херня. А та херня у нас была здесь. Не, здесь я не голова, хотя x2 2x. Не. Короче, не нашел я эту херню. Окей. Ну что, понял. Слушай, вот мне интересно. Мне не реагирует. Тут заперто. А, я узнал то, что козел тот обращает внимание на вот эту вот куколу. О, стой, ты тоже открываешься. Может, мне нужно в порядке в каком-то? А, на ногах. Все, я понял. 4, 2, 3, 1. 4, 2, ключик. Так, давайте сразу проверять ближайшие двери. Типа паучиха. Добро пожаловать, что-то вы рано, ведь я еще не завершила работу с этим пациентом. Я понимаю, что вы с нетерпением ожидаете своей операции. А могу представить, как сильно вы будете впечатлены нашей работой. Тем не менее, я считаю, что вы еще не готовы к лечению. Я боюсь, что вам придется дождаться своей очереди. Я смотрю, у парня хорошая операция. А ну, парень. Так, точечки стопы. Точечки. Точечки. Крестик. Три. Большой крестик. Не, это полноценный, да? Нет, это... Это крестик, черточка, крест. Точка. Хорошо. Добро. Okay.
Так, на работу, да, тебе надо дать? О, стоять. А это что у нас? Это не помню, ладно. В плане не помню, а не видел. Так, где-то еще должен быть кусок. Оп, тихо. Зашел. Сюды? А нет, стенка не активна. Первый. Здесь еще закрыто. Сюда можно уже не приходить. Здесь мне нужен магнит. Сюда тоже можно уже не заходить. Может, сюда молотком побить? Да. Еще одна деталь. Здесь мы все сделали. А, цифры, точно, стоять. А, цифры 12, 15, 35. Мне уже не с головы летели. Глаз не подойдет. Большое спасибо, какой красивый шарик. Но мне нужно больше, пожалуйста, принеси мне еще. Стой, а может... Не... Да? Не... Да? Ну, сейчас попробуем. Часы. Может, я думаю, это с часами связано? Так, еще кусок этого. Еще кусок. Ой, тихо. Подожди, нам нужно в этой как раз. Так. Ху-ху-ху. Я помню, что у нас была крыса. Так, муха. Крыса. Пинцет. Муха, крыса, пинцет. Глаз. Точно, глаз еще был. Острый глаз. А, теперь мне нужно в порядке расставить. Сначала там было про сердце. В теле нету сердца. В теле нету сердца. В теле нету сердца. Мышь, жирная муха. Погнали тогда в подвал. Мандаринку уронил.
Новый год скоро. Мандаринки надо кушать. Хотя уже видео вышло. Сейчас какое? 14 число. Блять, уже Новый год давно закончился, мне кажется. Месяц назад. Я просто не знаю, когда это видео выйдет. Еще один ключ. Ага. Ладненько. От чего? Может быть, у нас тут ключ. От первого этажа, там, где картина. Ха. В смысле, нет? Это как? Окейшки, поехали на лифте. Я мандаринки ушел. А я сейчас вспомнил, пока мы еще не шли. Мозг. Мы же так и с ними ничего не сделали. У нас молоток, блин, но мы все банки ломали, губ попробуем. Малой, скорее всего, нас сейчас пропустит. Большое спасибо, какой красивый шарик, но мне нужно будет... А, серьезно? Тут мы... Картина. Ключ мы не можем сунуть. Поехали. Второй этаж. А у меня пинцета больше нету. Я не помню, блядь, что мы еще не сделали. Я сейчас вспомнил моментик с вот этой херней. Это наш проход, нашу комнату. А это плиточки. Четвертая плиточка от входа. Получается, ее нужно сломать, как я понял. Ага. Ага. Подожди. Остается вот это. Да, было буквы эти. И почему-то думал, что это химия. С химией связаны какие-то элементы, оказывается, нихера. Нам нужно собрать то, что здесь. Да, так понимаю. Так, Y2. Y2. X2A. X2A. Фем. X. Фе стоит. А, нет, там 4. Фи XX2. XX2. Фи 4. Готово. Это у нас как раз было на стене, в там, где бык этот, сыворотка. Значок из ведьмы Блэр, полуугол, недокрест,
кусок квадрата, треугольник. Короче, центр, угол, крестик, угол, треугольник. Блин, а как теперь? Крестик, угол. Крестик, угол, вверх. Найс, фрезы. Хорошие фрезы. Крестик, угол, крестик, угол. Ключ. У нас уже два ключа. А, слушайте, мы же проверили. Где-то еще эта комната, помните, где, как лечить здесь? Да. Ладно, этот ключ. Что вы... Вам нельзя находиться здесь находиться, мистер Ларсон. Вы должны наблюдать правила клиники. Мы очень не любим тех, кто нарушает наши правила. Вы заставляете меня принять меры, прежде чем это сделает полковник. Она казалась на мне в мгновение ока. Я чувствую, как ее мощные щупальца зажимают мою шею, словно тиски. Мир постепенно погружается во тьму. Вот и наступил конец этого кошмара. У меня такая баночка есть. А что с ней стало? Банка с мухами. Ключ дали. Банка с мухами, ключ. Ключ, скорее всего, все-таки теперь точно от той комнаты, где у нас картина. У нас еще зубами. Интересно, что и мухи. Может, к зубам высыпать мух? Как вариант. Так, окей. С какой стороны это смотреть? Муха-муха. Две мухи. Ой, начинаются вот эти супер головоломки, от которых минус голова. Так, теперь это мне здесь нужно использовать. Ну, давайте, например, здесь зубы у нас. Или давайте нет, здесь мухи. Значит, муха последняя. Здесь зубья. Что ты нестатично так работаешь? Нет. Значит, наоборот. Магнит и руки из той серии, когда мужик свою жену типа убил. А магнит я могу использовать на парня, который у нас находится на втором этаже. На первом этаже, но если считать подвал за первый, то это второй. И теперь мы сможем с вами уже использовать наш так необходимый... магнитик. Чтобы парень не украл шарик. Не могу понять, как именно тебе удалось выиграть, но ты разозлил меня не на шутку. Я больше не хочу играть с тобой. Ладно.
Пойдем. Ой, стой, пока я тебе шарик не отдал. Ключ попробуем. Да. Да. Ха-ха, подожди. Перевернуть. Happy moment. Холливун 1000. Вот. Стой. Хотя... Нет. Мне нужно подобрать по цвету. Он должен загореться красным. Так, давайте сразу внимание с черным. Желтый с черным. Есть. Желтый с черным есть. Зеленый. Так, давайте сразу красный. Красный. Зеленый, зеленый. Зеленый, зеленого нету. Красный это нет. Желтым. Желтый, зеленый. Желтый, 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 зеленый. Нету. Когда красный другой какой-то. Красный, зеленый тоже нет. Красно-желтого тоже нету. Хотя есть. Красно-черное. И такой еще есть красно-черный. Черно-зеленый. Красно-черный. Вот и тупик. Красный, черного нету. Зеленого, серого тоже, да, нету. Черно-зеленый, черно-зеленый, черно-зеленый. Значит, здесь уже не будет ни этот. Черно-красный, черно-красный. Черно-желтый. Красно-черный, желто-зеленый, красно-черный, красно-черный, зелено-красный, зелено-красный, черно-желтый. Черно-зеленый. А, и красный есть, все. Так, здесь черного такого нету. Вот это ж сложно. Красно-желтый. Thank you.
Желтый, зеленый, красный. Красно-черный. Я, короче, переделаю все. В принципе, здесь логично, если делать все сначала по квадрату. Желто-зеленый. Бля, два зеленых, сука. А, най, сыграно. Ладно. Понятно теперь почему. Желтые. Где мои цвета желтые? Вот, да, желтые мои. Прикольно. Какого черта я здесь живу? Так. Черно-желтые. Блять, уже занято. Нет. Два нельзя. Желтый нет. Зелено-желтый. Зелено-черный. Блять, опять все переделать, елки-палки. Просто нельзя, чтобы здесь было зеленый. Зеленый-желтый есть. А, зеленый-зеленый будет. Желтый-черный, желтый. Зеленый-зеленый. Подождите. Жопа. Вот. Вот. Я сначала перебирал. Я схрел, я посмотрел. Шарик, ключ. Это зеркало или что? Картина. Это типа каким он был, каким он стал, да? О, окей, у меня... Откуда у меня еще один шар появился? У меня же был один шар. С чаши. Точно, точно, точно. А, там все равно еще пароль какой-то. Пока я не забыл, поехали наверх. Там где-то херня с крутяшками. Там такой вообще трэш будет сейчас. Подсказка, блядь, я посмотрел, там ужас. Видите, должно получиться вот такой вот.
ну, парень проходил игру, в плане, он уже знает, да, все, как это ж, типа, прохождение. Он это крутил 3 минуты. А я сколько буду это вращать дело? Ладненько, что у нас вообще? Здесь у нас пинцеты. Так, здесь у нас должна быть муха и глаз. Подожди, а когда ты вращался? Мой вопрос. С хера ли ты зуб ставишь? Это как понимать? Как будто... А какого черта оно переворачивается 2 раза? А, здесь оно 2 раза крутит. Здесь 1. Все. Я понял. А, короче... Я понял. А вот... Сколько у меня на это времени уйдет? Вот это будет интересно. Потому что я в душе не ебу. Ей-богом. Пинцет. Стой, хотя... Пинцет, глаз. Ну, я сделал. Из Феррари. А, здесь же солнце должно быть. Точно. Ладно, ждите. Так, и последний оборот. Что? Я по видео все делал. Я все сделал по видео. Схерали. Схерали, у меня не так. Ну, смотрите, в такой результат у меня тоже получался. Я уже... Ладно. Хорошо. Сердце. Мы получили сердце. Спускаемся вниз. На первый этаж. Здесь большой головолом, где мы это что-то... Пиздец. Вот с вот этими крутилками... Еще что-то там.
вопросами на жопу. Большое спасибо, какой красивый шарик, но мне не нужно... Сердце пускай идет. Ясно, понятно. А, подожди! А, не, нихера. Нам нужно в палату войти. Мужик же говорил, что у него сердца нету. Ну, подадим. Ой, сердце, наконец-то. Я чувствую, как душа возвращается в мое тело. Спасибо, я видел слишком многое, и тут правду невозможно принять и пережить. Я не хочу стать свидетелем новых зверств. Возьми этот глаз. Мне он больше не нужен. Ок. Теперь мы можем спускаться вниз. Загадки две были самые жесткие, которые минус у меня мозг. Это... кости, черепа и вот эта вращалка. Все. Две вот эти головоломки просто заставили меня использовать интернет. Не, были еще моменты, когда я использовал интернет, чтобы посмотреть, куда идти и вообще что. Все, наконец-то удалось найти все шарики. Спасибо, теперь я могу поиграть по душе. О, стоп. Я не помню. Я смотрю в интернете. Я вообще не помню, чтобы у нас где-то были цифры. Хотя, блядь, знаете. Я сейчас круг сделал. И там, где... Ну, иглоикалывание тёлка вот это делал, или... Сестра, по идее, да, нет. Кажется, вот мужик был. На теле, точечки там. Одна точка была снизу. Да. Короче, было 5 точек. Полукрестик. Блять, забыл. Ладно. Ну закройся ты, боже. Чё оно фризит? Чё оно фризит? Где этот кабинет? Как же легко путаться в этих дверях, вы не поверите. А, это вы мне предлагаете сейчас на лифте ехать? Морг. Нет, спасибо. Короче, 1, 6, 3, 5. Дай 5. Наконец-то я снаружи. Я хочу бежать, сколько есть сил. Я вижу свет неподалеку и направляюсь именно туда. Я слышу шорох за спиной и оборачиваюсь. Так, посмотреть на... Так, на источник шума. Я вижу их совсем рядом. Два брата из мира кошмаров смотрят на меня, и я ухожу все дальше. Похоже, что они приветствуют меня и смеются надо мной. Я издаю непроизвольный вскрик и продолжаю бежать. Что есть мочи? Ну, это, в принципе, те братья, которые мы видели на картине. И это, наконец-то, конец. Я закончил с этой серии игр, но есть еще одна. Есть Forgotten музей или что-то типа того. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.